В Актобе начался суд над директором автопарка Ерболом Адиловым и бывшим депутатом Мыржаном Ундергеновым. Последнего обвиняют сразу по 5 статьям Уголовного кодекса. Это незаконное лишение свободы, вымогательство, мошенничество, легализация денег, полученных преступным путем, а также создание и руководство ОПГ. По версии следствия, в нее входили бухгалтер, кассир и директор автопарка. Депутат давал им указания вносить ложные сведения в отчетные документы, на основании которых автопарк получал из бюджета миллионы на провоз льготников в общественном транспорте. За 6 лет ущерб государству составил 4,5 миллиарда тенге. Добавлю, адвокаты ходатайствовали выпустить обвиняемых под залог, однако суд отказал. Рассматривается уголовное дело по обвинению Ундергенова о совершении преступлений по статье «Незаконное лишение свободы, совершенное из корыстных побуждений» по статье 181, часть 1, пункт Б, вымогательство в особо крупном размере, по статье 190, часть 4, пункт 1.2, мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере, по статье 218, по статье 262, создание и руководство организованной группы.